забрел в парк, который находится на побережье этого же самого заливчика. Деревья стоят просто в воде. Просто стоят в воде деревья. Такие странные какие-то создания, если честно. С них еще шишки падают. Вот они вот такие вот эти деревья. Вот там вот мой заливчик. Я себе намочил все ноги, в смысле все кроссовки у меня мокрые изнутри. Я там посижу-ка, я поем, наверное, посушу. Мини-ромашки, которые здесь есть в Новой Зеландии, они действительно очень маленькие. Ой, господи. Старость не рада, что доживете до 23, потом будете говорить. Конечно, красота. Красота. Зеленая страна, абсолютно зеленая. Ничего не скажешь. Еще одно такое же дерево. Столик под кроссовки сушится. Там какие-то заросли дикие. Может быть, там, кстати, живут птички киви, не знаю. Но я туда не пойду. Здесь вот что-то похоже на наши подснежники. Или ландыши, или колокольчики. Не знаю, что это такое. Но очень похоже. Прям тут куча. Ну, немножко себя уж, ладно. Что там? Вот я. Сейчас пойду обратно домой, потому что, честно, я вздыхаю. У меня сил не хватает. Нужно тренироваться, и тогда, может быть, я когда-нибудь доеду до Пихи. Но так с первого раза, в общем, у меня не получилось. Поэтому сорти, сорянте меня. В общем, в следующий раз будем стараться как-нибудь доехать. Опа, це жучок. Какой-то очень похож. Я, мне кажется, я таких уже видел жучков. Казахстане. Come on! Он, наверное, по-русски не понимает, но по-английски я не знаю, как ему сказать, вали нахрен отсюда. Вот! А еще что я хотел сказать, по поводу... Здесь действительно нет комаров, здесь нет мух, я вообще забыл, что это такое. Единственное, сегодня утром к нам в дом залетела муха. Первый раз за три недели, что мы там живем, к нам в дом реально залетела муха. И причем она такая была большая, и, ну, может, мы потому что живем на 6-м этаже, и они поэтому на 6-м этаже как бы редко залетают, да, наверное, в Казахстане бы никогда бы не залетели. Но сам факт того, что я здесь ни разу не видел ни комаров, ни мух, ни каких-нибудь там жучков, бабочки есть, да, ну, вот таких вот каких-то кусающихся штук, честно говоря, я не припомню. Меня кусала одна какая-то маленькая хрень черненькая. Но это было уже очень давно, это когда я только приехал. Вот. И я еще боялся, может, какой-то москитный там комар, но нет, просто какая-то же букашка села там. А так вообще, да, с насекомыми здесь очень легко и просто. Здесь их просто нет, вот и все. Таких вредных насекомых, которые нам доставали, там приставали и так далее. Может быть, на свалках где-то там, на мусорках, да. Ну, я, честно говоря, ни разу не сталкивался. И за это, конечно, спасибо. Кому спасибо? Ну, тому, кто все это натворил, я не знаю. Кто вот это придумал, вот эту страну Новую Зеландию? Ну, тому и спасибо. Вот такие вот красота, да и только, ребята. Посмотрите, какая красота. Красота, красота.